А от чи допоможе подолати епідемію фейків ще й новий законопроект про медіа? Цю та інші важливіші теми тижня ми попросили прокоментувати лідера опозиції Юрія Бойка. Це дійсно законопроект об ужесточенні цензури. Це дійсно драконовський і фіскальний законопроект. Там є унікальні моменти, коли Нацкомісія сама без суда і слідства може просто лишити ліцензії любое средство масової інформації. Ми його не підтримуємо, звісно, ми будемо голосувати проти. Однозначно потрібно державне регулювання цін на товари першої необхідності. Это та глупость, которую сделал предыдущее правительство в 2016 году, отменив государственное регулирование. И это сразу дало скачок ценам. Потому что за ценами на товары первой необходимости поползло все остальное. Поэтому контроль за ценами, отсечение спекулятивной составляющей – это одна из первых и главных задач государства. И это надо делать. Там, по-моему, вообще ситуация непонятна. Сначала называли одну вакцину, потом другую. Теперь привезли третью через каких-то посредников, через какие-то фирмы, которые однодневки. Ситуация мутная. Я убежден, что это будет расследование правоохранительных органов, как только сменится власть, каким образом это было произведено. Сейчас правды там нет.